Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Аваков рассказал о сдавших нервах у российской делегации на переговорах в Париже. На канале YouTube опубликовано интервью главы МВД Украины Арсена Авакова с журналистом Дмитрием Гордоном, в котором Аваков рассказал об эмоциональной обстановке среди некоторых членов российской и украинской делегаций. Аваков сообщил, что во время обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Владимир Зеленский высказал в адрес главы российского МИД Сергея Лаврова, что в отличие от него он обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Глава украинского МВД также добавил, что помощник российского президента Владислав Сурков пришел в негодование и заявил, что мы так не договаривались. В этот момент в переговорном процессе обсуждалась тема разведения сил в Донбассе. Россия настаивала на отводе войск вдоль всей линии разграничения, однако украинская сторона отказалась это выполнять. Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины прошла в понедельник в Елисейском дворце Парижа. По итогам саммита нормандская четверка приняла коммюнике, в котором предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках на юго-востоке Украины, а также главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех». На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.